Я еду к любимой четвертые сутки в вагоне, где нету даже белья. А все потому, что серьезное чувство сподвигло меня. А колеса чуть-чуть-чук, тык-дым-тын-тын. Где-то тут моя радость живет. Где-то тут на Крыжополь должен быть поворот. И что, и пускай надо мною смеются, да хоть бы все люди планеты Земля. А все потому, что серьезное чувство сподвигло меня. А колеса чуть-чуть-чуть, тык-дым-тын-тын. Где-то тут моя радость живет. Где-то тут на Крыжополь должен быть поворот. Меня не пугают ни бури, ни громы, а может и смерть не пугает меня. А все потому, что серьезные чувства. А колеса чуть-чуть-чуть, тык-дым-тын-тын. Где-то тут моя радость живет. Где-то тут на Крыжополь должен быть поворот. А колеса чуть-чуть-чуть, тык-дым-тын-тын. Где-то тут моя радость. На Крыжополь должен быть поворот. Куда пошли? Назад в СССР, значит. В СССР, да. Так ладно, будем на 5 минут, так сейчас вернемся. Кстати, уже третий дым пролезет. Лапусечка у меня в море плещется мысленно. Тут температура градуса всего 11,5. Тепла. Ладно, Денмарк. Ненавистно Денмарк. Да, не. Все. Ура! Поздравляем. Мы уже и в Дании. Копенгаген есть больше, мы туда не поедем, потому что нас ждут в Италии, в Сан-Реме. Сан-Реме нас ждут. Сначала нас ждут завтра в Эрфурте. Стоп! Наверное, я погиб, пропею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже.
И я вчера узнал, не только в ее одном, какие песни пел я ей про север дали. Я думал, вот чуть-чуть, и будем женаты. Но я напрасно белый, а полосе нейтральной ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел подачу, я был водоблизке, про счетчик, про того, кто хомячка. Ну что ей для меня? В Италию хомячка. Жрит, хомячище уже стал огромный. Сосел за словарей на совесть и на страх. Ну что я и так... Естественно, если ты чинишь, а хомячок из-за тебя. Из-за себя. Вот приедет, я скажу, по-польски, по-польски. Прими таким, как есть, не буду больше петь. Ну что ей до меня? Она уже вырвали. Я понял, я за ней, конечно, не успею. И я на секунду здесь, а завтра будет после. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с ней был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с ней был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Один сигнал GPS. Потому что тоннель изображен. Я спросил тебя, зачем идете в гору, а ты к вершине шла, а ты рвала свою. Ведь Эльбрус из самолета видна здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкой и ласковой. У нас проблем, у нас нет датских трон. Скалолазка моя, будем сосать лапу. Ты меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, я думаю, они всех евро на территории Шенгена. Я нахваливал, все свои лучшие две короткие затрещины. Но не обиделся, а приговаривал. Ух, какая ж ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня по трещинам выискивая. 50 датских крон, вообще сколько рублей? А потом